Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше работать с автомобилем Тайфун от фирмы Таком в 35-м масштабе. И сегодня начинаю красить его в базовый основной цвет. Для этого буду использовать краску от Мистер Хобби H512 4BO. Если получится сильно светлый цвет, то я его буду уже затемнять после фильтрами. Но в эту краску я еще немножечко добавлю черного цвета, буквально маленькую каплю. Разводить все это буду растворителем от фирмы Мистер Хобби 110. Сейчас разведу краску, разводить буду очень жидко, буквально на 3 капли краски из пипетки я буду добавлять 1,5 мл растворителя. И жиденьким слоем буду постепенно задувать модель, чтобы не спрятался при шейдингах. Так получился пришейдинг. Дал хорошо просохнуть. Теперь начинаем красить модель. Покрасил Тайфуна в базовый цвет. Теперь дам модели просохнуть не менее 12 часов. И можно будет приступать к высветлению. Высветлю петли, люки, все выделяющиеся части. Краску буду разводить белым примерно на 30%. То есть на 3 краски базового цвета, на 3 капли краски базового цвета, одну каплю белого. В процессе покраски уже увидим, что получится. Данный цвет мне очень понравился. Интересно, хорошо смотрится. Покрасил диски.
все покрасил. Ну, теперь подождем полного просыхания и продолжим дальше. Закончил, друзья, красить, сделал высветление по всем кнопкам, петлям, по всем болтам.
сильно не делал, такой уже резкий контраст, а сделал так вот, как бы мягкий переход между цветами. Теперь выжду, когда это все хорошо просохнет, и нанесу глянцевый лак, и в следующем видео уже буду работать со смывкой и с маслом. Уже маслом буду пробовать немножко повысветлять люки, все выпирающие поверхности. В принципе, мне и на данный момент все очень нравится. Нравятся переходы цвета. Болты довольно неплохо выделились, на мой взгляд. И сильный контраст здесь не нужен. На этом, друзья, буду заканчивать видео. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким.